Еще о происшествиях расскажет начальник отдела информации и общественных связей областной полиции Марина Кокуева. Она на прямой связи со студией. Марина, здравствуйте. Вам слово. Павел, здравствуйте. Ранее в полицию поступило заявление от 83-летней пенсионерки о грабеже. Неизвестный мужчина пришел к пожилой женщине в дом, представился сотрудником газовой службы и открыто похитил у нее денежные средства в сумме 10 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый, ранее неоднократно судимый 47-летний мужчина. Подразделением дознания ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Уважаемые пенсионеры, напоминаем, не вступайте в общение с незнакомыми людьми, не впускайте их в свой дом. Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать свое общение, проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом, сообщайте в полицию по телефону 02 сотового 102. Не будьте доверчивыми.